Ярославль начал подготовку к 70-летию Великой Победы. К праздничной дате планируется капитально отремонтировать 13 городских памятников, посвященных советским воинам и труженикам тыла. Среди скульптурных композиций – ансамбль «Победа» на Ленинградском проспекте, обелиск на бульваре Чайковского, памятник работникам Парижской коммуны и погибшим красноперевальцам. Работы по благоустройству и реставрации затронут все районы города и обойдутся в 3 миллиона рублей. Стоит отметить, содержание памятников закладывается в бюджет с 2011 года. Что характерно и что отличает все предыдущие работы, это то, что в данном случае работы проводятся фундаментальные. То есть работы проводятся и по ремонту самих памятников, и по прилегающим территориям, и заложено очень много натурального камня. То есть действительно работы в граните, они оставят след надолго.